Всех приветствую. Сегодня воскресенье. Время 23 часа. Вообще идут строительные работы. Вот луна, ребята, на небе. Время 23. Останкинская башня перед нами. Вот она. Хорда северо-восточная. На МКАД уходит. И смотрим с вами нашу стройку. Вот миксер приехал очередной, и они заливают бетон с той стороны. Видать, стены льют наружные. Потому что вот с этой стороны они арматуру, вот она стоит, но без опалубки. А там не видно, значит, они с той стороны, я вижу, там человек стоит на краю, с правой стороны. Значит, наливают туда, за машину. Технику они, видите, в середину своего участка убрали. Экскаватор, трактор, чтобы не украли. Видите, экскаватор заперт трактор. Потому что трактор все-таки поменьше, экскаватор здоровый. Ковш опустил на землю. Смотрим вниз. Вот наш столб. Он освещает вот эту траншею, которую они рыли. Сегодня тут работы не велись. Разрыли они вот... почти до моего подъезда. Вот, и вот они закрыли, ребята, трубами коммуникации, которые идут вот туда, за угол налево. Потому что там идут все электропроводы, которые запитаны от этой щитовой. В общем, был такой, короче, я знаю, такой вот слух по нашему микрорайону, что нас будут сносить через 2 года. Западная Дедунина, город Москва, наш дом, который напротив техникума. Потому что нашелся богатый инвестор, который выкупил нашу территорию под застройку. И поскольку у нас с 90-го года весь подвал в говне, никак течь эту не могут устранить. Но до этого никто таких кардинальных мер не решал. Вот. А сейчас инвестор вроде как согласен из-за того, что будет строить все равно новую ЦТП. Вот, потому что это уже с мощностью не справляется. Вы знаете, что вот там вот еще 3 новых дома, и вот этот будут сносить. Вот, уже она просто... Ну, мощности не хватает. Вы уже знаете, что 2 недели назад у нас уже на полдня не было опять света. Как много лет вот в 90-х годах. Вот, она уже перегружена всякими техникумами на 380 ватт подключенными, понимаете, как без усиления мощности. Вот. Будут новую ЦТП строить. А куда ее новую? Земля где-то нужна под нее. Разве что на детской площадке. Вон про ту детскую площадку. Что сказали депутаты будущие, которые с 6 по 8 сентября будет выбираться. Директриса школы. Она сказала девчонкам из 4 дома на вопрос, где наша детская площадка. Почему вы ее... Вот она. Ее нету. Они ее сравняли. Вон гравием. Вон только столбы остались. Даже лавки, последние там лавочки были на всем микрорайоне, и то их посрубали. Вот. А она им сказала, идите вот сюда, на 6-й дом, на эту площадку, где у нас стройка вот с вами ведется. Там и гуляйте с своими детьми. И нам надо, наверное, тоже так пойти и также за нее проголосовать. С таким же успехом, как решаются вопросы детей. Она директор все-таки школы. А не просто так, случайно, попутчик. Люди уже вернулись с дач. Были приятные, но удивлены, что ставить машины некуда. Вон одни блоки у нас. И разрытые вот эти каналы. Вот там он не убран, гудрон. Они вот щебень-то этот с блоками убрали, а гудрон вон валяется. Вот, вот это от детской площадки, от вот от этой спортивной, это вот от гудрона, от то, что сняли у первого подъезда. Вот, снимаю я вас на DJI Pocket 3. Самая лучшая камера, которая считается, снимает в потемках хорошо, при слабом освещении. Вот сейчас я выставила режим. Низкая освещенность. Вот, вот так.
Ладно, ребята, всем удачного вечера. Будьте здоровы. Привет, 8:15, понедельник. Видите, вообще пыль такая стоит. И вот там, я не пойму, он оттуда что ли приехал, там тоже пылюга такая. Сейчас он разравнивает что-то, эти камни, как на периферии он гонит. Очень припекает солнышко. Так, здесь чего? Здесь наверху они до ночи вчера наливали наружную часть стены. Сейчас лазю, видите, там же снаружи арматуру шьют. И, а вот эти ребята шьют пол. Арматура лежит рядами. В общем, они сегодня арматурой занимаются. Здесь кабель был. Вот бухты лежат, траншеи. Бухта кабеля. Тут лотками кое-где закрыты. Трактор еще пока не вышел на работу. Вот экскаватор сейчас землю перемещает. Ладно, ребят, всем доброго дня. Пока. Ребят, привет. Время 3. Сейчас мы с вами посмотрим, что творится у нас за окнами. Значит, пришли вот эти вот бордюры. Вот, пилят вот там в углу. Двое. Асфальт не увезли. Так, а эти вот копают приблизительно с утра. Я вам засняла. Они вот прям с утра, как стройка началась, они приехали. Вчера выходной был. Здесь они не работали. Значит, ну, границы у нас как были, вот этот заборчик поставлен, так и есть. Значит, копают сюда ближе. То есть они по этой дороге, ну, вот как, где дерево было, по направлению, короче, ко мне, вот роют. Вот границы их, и, а это наш двор. Вот идут на угол они ЦТП с этой водой. Или не может, не только водой. Может быть, они вот в эту трассу будут, может, все гнать. Может, и воду, и как у них там было. Снизу вода, а сверху электричество, мы не знаем. Может быть, это только начало. Может быть, дальше они обойдут и в ту будку пойдут еще, во вторую. Не факт. Начало пока положено. Значит, здесь что? Ничего. Здесь ничего. Там двое, значит, бордюры. Стройка. Арматуру монтируют. Ходят по лестничному маршу, уже они его открыли. Здесь вяжут арматуру. Все, ребята, я сейчас иду на почту. Вот, у меня сегодня заказ в Авито. Я вот упаковала, ребята, сейчас я вам поменьше сделаю. Вот, это мой блок управления двигателя. Вот я его в пупырку положила, сфотографировала со всех сторон на Варшавской. Мужик заказал, он сразу в первый день меня. Ну, вот третий день сегодня. Вот, он сказал, ну, короче, вот, он мощность развивал чуть не 190 километров. Короче, сейчас у него глючит вообще машина, второй-третий цилиндр вообще не определяет. Ну, Яндекс доставку. Сейчас понесу и пойду, ну, сдам. Вот. Ну, там какие-то коробки есть, но я уже вот упаковала еще пупырку. Там написано, что возьмите паспорт, возьму. Вот. Ну, вот в таком духе. Вот. Пишите комментарии, ставьте лайки. Так, ребята, привет. Я сейчас была в Яндекс.Маркете, отдавала посылку. Вот, у меня ЭБУ купили. Мой блок управления двигателем на другую сторону Москвы я отправила. Он мне сразу, как бы во второй день, как я выставила, позвонил. Парень написал, что сейчас, ну, занимается его машиной. У него второй-третий цилиндр не работает. Говорит, точно такая же машина. Но, говорит, я знаю, сегодня он мне сказал, говорит, ну, в обед, говорит, к вечеру я куплю у вас. Вот. Ну вот, и через Яндекс.Маркет. Вот, а у нас ларек один закрыли, оказывается, около почты, потому что и тот дом будет тоже сносить. Ребята,
они взялись за все эти кирпичные четырехэтажные дома. Вот сейчас около моего дома уже с наружной стороны асфальт положили. Вот. И, значит, ну, дома вот эти крепкие, кирпичные, значит, идут под снос. Вот. И, скорее всего, вот эта, которая приемщица была в этом маркете, она сказала, что, скорее всего, дом будет под снос, и аренду они разрывают отношения, поэтому вы были как раз... Я говорю, я памперсы уже сдавала вот там напротив. Он говорит, вот она сказала, скорее всего, они туда и перешли. Вот. Ну, хорошо. Вот. В общем, сегодня что, ну, эти копали только, вышли, значит, в воскресенье не работали строители. И бордюры тоже, хоть строители только работали у себя на техникуме. Вот, а сегодня вышли 8, уже техника, они вылезли уже со своей территории. Вот, и уже копали дальше, уже по дороге, которая прямо вот идет к моему подъезду, по асфальту. Вот, ну, аккуратненько он как бы деликатно все делает этот. Экскаваторщик, видно, что он опытный. Вот. Копает, перемещает этот грунт. Иногда заезжает в свой техникум. Вот. Вот этот дом, ребят, будут сносить. Сейчас вам покажу. Вот красно-кирпичный. Вот. Вот. Их несколько тут стоит. И за углом на перекрестке. Вот откуда вот сейчас вот заворот делает грузовик и светофор. Направо. Там тоже несколько домов. Вот их будут ломать. Вот. Ну вот. У меня что по делам? Дел никаких нету. Ну, по хозяйству, по дому занимаюсь. Вот вчера воскресенье решила вообще отдохнуть от всего. Вот. Ну, реклама-то у меня идет. Но люди, я знаю, всегда 25-го затихает ремонт, потому что люди свои дела делают, детей привозят и так далее. Вот. Поэтому вчера не было никаких. Вот. По поводу шлифмашины, значит, усиленно мне ее смотрит. Вот. Ну, пускай смотрит, что, я не против, я не тороплюсь. Когда-то я ее продам. Вот. И, значит, какой сегодня еще был... Ну, какие-то коридоры идут с какой-то одной стеной, клеить не надо, вы нам выправите только, подмажьте. А что это под ключ? У меня 36 метров. А зачем мне ее 36 метров? Разговор шел, подмазать. Я сказала, 10 тысяч в день буду подмазывать штробу на потолке и штробы по стенам в коридоре. А мне надо вот сколько мешков и приехать и посмотреть. И зачем мне что-то куда-то ехать? Время, деньги... Мне и так все понятно, без всякого просмотра. А баба едет в метро, понимаете, как пишет мне, что ей нужен ремонт. Я сегодня могу, завтра и послезавтра, а потом я не знаю, зачем мне загадывать. У меня Сергей висит, недоделанная работа, денег нету, с нее еще ни копейки. Вот, все, я уже ученая, как брать длинные объекты. Все короткое, по этому объявлению только короткие эти коридоры надо брать. Только косметику, без всяких евроремонтов. Бегать вот с инструментом, я уже все ноги сносила и спины, туда-сюда бегать. Вот, короче говоря, сегодня еще был один звонок. Еще посмотрела в Химках. У них, вам продают камеры слежения. Вот, ну, значит, короче, набирает, ну, не знаю, как он, свободное от всего время, вот эти камеры продают или как. Короче, курсы они набирают. Им нужен преподаватель строительного дела без педагогического образования. Я сказала, что мой интерес 10 тысяч в день. Он говорит, курс стоит, он пишет мне, курс стоит 30 тысяч. Я ему пишу, ну и хорошо, типа от 5 до 10 дней. Время можете выбрать. Ну это что, в один день я буду и штукатурить, и побегу преподавать? Я пишу, мой интерес 10 тысяч. Значит, надо набрать группу не один, я пишу, но не один же человек будет на курсе. Значит, набирайте курс, чтобы... Мы вам, типа, платим полцены, 50%. Но я не против. Вы можете их потом привлекать на свои работы. Кого мне... Я работаю одна. Не надо мне никого привлекать. Все, ребятки. Так, ребята, я у себя около дома. Вот техникум. Вот наша траншея, которая идет до моего подъезда. Вон мой подъезд.
Вот, смотрите, тут зритель, котик. Вот, когда что-то загрохотало, он поднял мордочку. Но сидит смирно, ушками водит. Вот, раньше у котов было вот тут место столования, а сейчас им перенесли, вот женщина туда, к другому подъезду. Кот сидит, молодец, спокойно. Вытянул хвостик. Вон парень ходит в белой каске. Время сейчас около 7 часов. Вот, бордюры с той стороны уже асфальт кладут. С этой стороны асфальта нету. Он загородил все. Въезд для наших женщин, для машин. Так, тут столуются не только у нас кошки, но еще и голуби. Вон, молочко. Все было рыбка. Он не дает ей, бабе, встать с машиной. Загородил въезд во двор своими бордюрами. Всем тут вообще ничего. Лавку срубили. Так, все, ребятки, пишите комментарии, ставьте лайки. Всех обнимаю.